Дорогие мои любимые, я хочу вас поздравить с новым наступившим, наступающим 2016 годом. Я хочу пожелать вам, чтобы все ваши мечты становились целями и обязательно сбывались. Я чувствую, знаю, что следующий год будет хорошим годом, будет годом перемен в лучшую сторону для очень многих людей. Я вас всех очень-очень люблю, моих самых любимых подписчиков. Спасибо большое, что вы со мной. Я надеюсь, что мы с вами обязательно когда-нибудь встретимся. И я хочу поднять этот бокал за вас. За ваше здоровье, за здоровье вашей семьи. Я очень надеюсь, что когда-нибудь наступит мир во всем мире, никто никогда не будет ругаться. И пусть это звучит немного глупо и наивно, но я действительно в это верю, и я хочу в это верить. Я вас очень-очень сильно люблю, и пусть этот год будет классным. Я надеюсь, что вы очень здорово его отметите, вам будет весело. Вы, возможно, встретитесь со своей семьей, либо встретите своих каких-то близких, друзей. Обязательно позвоните людям, которые вам дороги. Ведь всегда приятно получить звонок от близкого тебе человека. Скажите что-нибудь важное, если вы когда-то боялись сказать. Скажите, пока у вас еще, если есть время, в старом году. Не нужно это оставлять на следующий. Я вас очень люблю и поздравляю с новым наступающим 2016 годом. За вас, мои любимые!